Уважаемые пассажиры рейса «Северный ветер», авиакомпания «Северный ветер», рейс 7811, вылетающий в Хургаду. Ваш рейс задерживается. Время вылета на данный момент пока неизвестно. Причина переноса рейса, а именно задержка вылета на неопределенный период, связана с тем, что самолет не может лететь напрямую в связи с ситуацией форс-мажорной, как вам уже было объявлено. В связи с этим напрямую не летит на данный момент ни один самолет. Все самолеты в связи с ограничением воздушного пространства над Европой летят через Казахстан. Если вы посмотрите на карту, вы поймете, что возможно на данный момент лететь только через Казахстан. Далее, поэтому самолет полетит через Актау. На данный момент в Актау никто не дает разрешения на пролет. В силу того, что самолетов очень много, очередь на пролет. Как только официально будет дано разрешение на пролет через Актау, самолет уже готов, он стоит здесь и ждет разрешения. Экипаж также находится здесь. Как только будет официальное разрешение стороны Казахстана, мы сразу вас посадим, и вы полетите. Сейчас никаким образом ни с авиакомпанией, ни с какими-либо еще посторонними мероприятиями и обстоятельствами никак задержка не связана. Именно поэтому мы не можем дать вам конкретное время вылета. Мы ждем официального разрешения властей. Сейчас я вам объясняю, касаемо пролета, разрешение на вылет оттягивали. Сначала запрашивали очень много, я представитель авиакомпании. Китова Валентина, меня зовут.